Это территория Вензелинского лесничества. Сегодня здесь высаживают саженцы сосны. Здесь восстанавливают лес, который выгорел в 2021 году. Тогда здесь бушевали сильные пожары. Лето 2021-го. Тогда, по официальным данным, в Тюменской области огонь охватил почти 194 тысячи гектаров леса. В регионе ликвидировали 686 природных пожаров. Лесничий Рамиль Шаматов тот год не спал много ночей, боролся с пожарами. Тогда работал трактористом. За ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций получил нагрудный знак от МЧС. Сегодня Рамиль с коллегами восстанавливает выгоревший лес. Каждый день высаживают больше 2000 саженцев. Мы вот ее садим, потом через год мы делаем, на следующий год делаем мы дополнение. Агроуход у нас трактористы делают 3 раза в год. И это продолжает в течение 3 лет. Стараемся как бы побыстрее посадить. Чем быстрее посадим, тем быстрее елочка взойдет. К осени уже будут видны приросты саженцев. А так они 1,5 метра будут только лет через 7. Это полноценный уж лес. А на этом участке лесничества саженцы высадили 2 года назад. Трактор убирает лишнюю траву, она мешает прорастать молодым деревьям. Приходится маневрировать. Ой, по пенькам прыгать, это очень сложно. Я вот делал поле, плохо мне захудело. Выехал уже, ну доделал все-таки. Ну, по пенькам, короче, да, вот это самое такое, сложности. Всего в этом году на территории Вензелинского лесничества восстановят больше 90 гектаров леса, а это порядка 400 тысяч будущих деревьев. Аналогичные работы проводят и в других районах Тюменской области. Ирина Ющук, Федор Глазунов, Тюменская служба новостей.